перейти теперь к другой теме. Какие существуют факторы, которые ограничивают эффективность общего откровения? Что ж, первый фактор — это наша с вами испорченность. Апостол Павел в первой главе послания к римлянам пишет о падении человечества до все более и более низменных грехов. И несколько раз Павел пишет, что людям дано было откровение от Бога, и вместо того, чтобы принять его и жить в соответствии с ним, они подавили его, отвергли ту истину, которая была им открыта. Это 1 глава Римлянам, 18 стих. И также подобная мысль записана в этой же главе, в стихах 21 и 22. Эта же мысль прослеживается в 91-м псалме, в стихах 6 и 7. Но есть еще нечто другое, что также ограничивает эффективность общего откровения. И дело в том, что общее откровение не включает в себя конкретно Писание, Божье Слово. Один богослов, Бирхауэр, однажды написал, «Если Божье Слово неслышимо, то и дела Его не поняты». Что ж, подумайте об этом. Предположим, что Бог сотворил этот мир. Предположим, что Он совершил все те чудеса, которые записаны в Ветхом и Новом Заветах. Предположим, что Иисус Христос был рожден, Он жил, Он не проповедовал, потому что, проповедуя, Он бы стал объяснять, что происходит. Но все равно, каким-то образом Он разозлил людей, они бы распяли Его, Он бы умер на кресте, затем бы Его похоронили, и затем через 3 дня они обнаружили бы, что гробница пуста, кто-то бы увидел Его живым, и затем, спустя несколько недель, несколько человек увидели бы, как Он возносился на небо. Но во всем этом никто бы никогда не получил никакого объяснения, что все это могло означать. Как вы думаете, могли бы мы при этом понять, зачем же Бог все это делает? Что же Он хочет, чтобы мы знали, если следует лишь действие и никакого объяснения? И я уверен, те люди, которые жили на тот момент, во время жизни Христа, могли бы почувствовать, что что-то особенное происходит, но при этом понять, что смерть этого человека на Голгофском кресте, его погребение, воскресение — это плата за наши грехи. Очень сложно представить, что люди сами бы до всего этого догадались. Итак, нам нужны не только деяния, нам нужно нечто большее, а именно Слово Божье. А как мы знаем, Божье Слово не включается в общее откровение. Итак, посредством общего откровения можно узнать об очень многом, но вы не можете знать всего. И даже то, что вы можете знать, вы можете сомневаться, а правильно ли вы все понимаете, а прав ли я, когда смотрю на сотворенную Вселенную и делаю вывод о том, что есть могущественный, мудрый, милостивый Творец, который все это сотворил. Что ж, если у вас есть Божье Слово, то вы можете удостовериться, что именно так все и есть. Что да, есть тот, кто все сотворил, кто на самом деле могущественен, мудр, благ и милостив. Что ж, после всего этого мы переходим к вопросу об эффективности общего откровения. Мы говорили о том, что можно узнать из этого откровения,
и говорили о том, что есть определенные границы. Но что же все это означает? Что ж, общее откровение не показывает путь к спасению. В нем говорится о том, что есть Бог с определенными атрибутами, но не раскрывается Его замысел спасения. Давайте пока на этом остановимся. Второй пункт, и вы можете прочитать его на слайде этой презентации. Общее откровение представляет достаточно информации, чтобы оставить человека без извинения. Не извинителен ты, всякий человек. И вот тексты Писания, которые подтверждают второй пункт. Римлянам 1 глава, 18 стих. И до 16 стиха 2 главы. Итак, что же мы видим в этих стихах? Что те люди, которым обращено откровение, при этом подавляют его, отвергают его, не живут в соответствии с ним. Но Бог не перестал посылать откровение. Даже более того, создается впечатление, что чем больше люди отвергают, тем больше Бог посылает. Эти тексты, которые мы с вами перечислили, указывают на то, что потому, что люди имели откровение, но отвергли его, то они безответны, как написано в Римлянам 1:20. Другими словами, никто не сможет предстать на судный день перед судилищем Христовым и сказать: «Ты знаешь, Бог, вот если бы я только знал, что ты существуешь, имел какое-либо представление о том, каков ты, вот тогда бы я поверил в тебя. Я не верил лишь только потому, что был в неведении». Павел пишет о том, что никому не удастся выступить с такой защитой. Каждый человек виновен перед Богом. Римлянам 2:12. У каждого человека есть какое-то понимание, что такое добро, а что такое зло. У кого-то это в письменном виде, как, скажем, у евреев. У других не было такого письменного закона, но понятие о добре и зле было начерчено в их сердцах. Поэтому они безответны, когда преступают эти правила. Но тогда возникает такой вопрос: как такое может быть? Как общее откровение может оставить человека без извинения, если оно не раскрывает путь спасения? Ведь это все кажется несправедливым. Что ж, есть пара моментов, о которых я хотел сказать. Вначале мы кратко обсудим один пункт, и далее остановимся на втором. Дело вот в чем. Люди ответственны перед Богом за принятие любого откровения, которое им посылается, но они его отвергают. И об этом Павел пишет несколько раз в первой главе послания к Римлянам, а также во второй и в третьей главе этого послания. Поэтому нет необходимости в подробном откровении от Бога, чтобы остаться виновным перед Богом. Если вы отвергаете хотя бы то малое откровение, которое вам посылается, и, как пишет апостол Павел в первой главе послания к Римлянам, именно так и поступали люди во все века истории этого мира. Ну что ж, вы можете сказать: «Хорошо, я понимаю, что они виновны за то, что отвергли общее откровение, но это все-таки не объясняет, почему они должны отправиться в ад на вечные муки, ведь все, что у них есть, это общее откровение, а там не говорится о пути к спасению». Что ж, здесь мы подходим к тому,
что является предметом разногласий среди евангельских христиан. И даже те из нас, включая меня, кто думает, что эти люди безответны, будут по-разному объяснять, почему это так. Скорее всего, будут приводить разные причины, почему это так. Я думаю, вы заметили, что преподаватели в нашей семинарии, практически все, согласятся с тем, что те люди, которые не знают Христа как личного Спасителя, виновны перед Богом и не смогут в судный день, представь перед судилищем Христовым, сказать: «Я бы поверил в Христа, но я не знал, что Он существует». Я думаю, большинство преподавателей, если не все, скажут, что эти люди виновны. Они не могут приводить в свою защиту довод о том, что они не знали. Но как это может быть справедливым? Считать, что эти люди виновны, ответственны, если никто никогда не сказал им о том, как спастись, если они не слышали весть Евангелия. ТВ-семинария – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.